Антимонопольщики заинтересовались ценами на билеты в фирменном поезде «Чувашия». Как сообщил информагентство «Регнум», замначальника отдела товарных рынков УФАС Николай Иванов, будет проверяться их экономическая обоснованность. Проверка началась после обращения в УФАС Министерства экономического развития республики. Аналитическая справка о средних ценах в регионах Поволжья на железнодорожные перевозки свидетельствует, цены на билеты в Чувашии выше, чем в некоторых регионах ПФО. Самые дешевые билеты на плацкартные вагоны в Оренбургской области. Почти на 19%, чем на поезде «Чувашия». А в купе в Пермской области стоимость ниже на четверть, чем у нас. Самые дорогие билеты на поезд в Нижегородской области. По данным сайта РЖД, на 19 сентября стоимость билета на поезде «Чувашия» в плацкартном вагоне составляет 2007 рублей. В купе 3200, люкс 9434 рубля. Сейчас чувашская УФАС проводит проверку по данному факту. И еще одна новость на транспортную тему. С 27 октября открывается ежедневный утренний рейс из Чебоксар в Москву. Стоимость такого удовольствия от 3348 рублей. Время вылета из Чебоксар в 6:40 утра. Прилет в аэропорт Домодедово уже в 8:10. Из Москвы в 23:40. Прилет в нашу столицу в час ночи.